Данный проект состоит из трех частей. Фонд президентских грантов и фонд культурных инициатив, который мы выиграли буквально несколько месяцев назад. И все это время работали над проектом. Первая часть проекта – это видеоролик. Снимали мы несколько месяцев. Второй – это марафон, начинается Родина. И данный марафон, он проходил по всем образовательным учреждениям Республики Мордовия. Ну а сегодня у нас концертная программа «Во имя Родины». Патриотическая концертная программа с участием заслуженного артиста Российской Федерации Берестенко и государственного ансамбля «Торома». Замечательно. Народу уже много. Все знают об этом мероприятии. Столпотворение, можно сказать, у входа. Какие секреты этого мероприятия сегодня можно раскрыть? Секреты раскрывать не будем. Вы их увидите воочию лично сами. Ясно. Заинтригованы. Вот они, самые крутые зрители. Молодцы. Вот молодцы. Все такие красавицы. Вы, наверное, тоже в клипе участвовали, да? Сейчас буду внимательно смотреть. С чего начинается Родина? Родина – это мой родной дом, где мы собираемся вместе с родителями и все мои братья и сестры. Родина – это бабушкины сказки, которые до сих пор помню. Родина – это бесконечная природная красота, которой я вырос совсем недавно. Я увидел замечательный клип, который мои коллеги из Мордовии сняли. Этот клип является таким очень образовательным клипом. Я хочу сказать, что Общероссийская общественно-государственная организация Ассамблеи народов России этот клип всецело поддерживает. Хочу поприветствовать сегодня всех участников великолепного концерта, который называется «Во имя Родины». Сегодня мне решается масштабная задача. Естественно, приветствую всех участников сегодняшнего мероприятия. Хочется отметить, что государственный фольклорный ансамбль «Торома», он никогда не стоит на месте, всегда движется вперед. И в том числе один из многих коллективов, который очень тесно сотрудничает с некоммерческим сектором, с партнерами, и благодаря такому тесному сотрудничеству рождается замечательный проект. И сегодняшний проект – яркое тому подтверждение. От всей души хочу поблагодарить всех организаторов, идейных вдохновителей, а эти люди, наверное, стоят у истоков самых различных проектов. Конечно, всех участников замечательного патриотического марафона. Вот, пожелать крепкого здоровья, творческих свершений. Thank you.
период я очень много слышал рассказов моих дедушек, бабушек, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Всегда.
рождения, с нашего первого вздоха, с улыбки мамы и с добрых рук родителей. Желаю вам всем, дорогие друзья, чтобы вы всегда были любимы, чтобы вы всегда радовались жизни и всегда ощущали ее полноту на земле. Начинается Родина. Родина начинается с места, где ты родился. Я думаю, Родина начинается с мамы. Я думаю, что Родина начинается со своего дома. Я думаю, что Родина начинается с детского садика и со школы. Для меня Родина начинается с малой Родины, с ее историей, культурой и традицией. Родина начинается с патриотизма. И большим примером патриотизма является мой земляк, летчик Девятаев. Для меня Родина начинается с истории, из памяти о подвиге наших прадедов, а также сознательности каждого гражданина. И мы, поскольку носим погоны, несем двойную ответственность за воспитание подрастающего поколения и молодежи. Родина начинается с моего любимого Саранска. И для меня Родина начинается с родной Эрзянской земли, где я родилась, провела свое босоногое детство, где часто бегала по лесным и полевым дорожкам. Именно это для меня самое дорогое на свете. А для меня Родина – это моя работа, это мои дети, это то место, где я живу. Я не просто работаю в этой школе, я училась. И для меня моя Родина – это моя школа. С чего начинается Родина? В твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с
того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в Ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней задевки скворца, и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес.